старые стихи, но очень старые. Мне вообще было тогда 21 год, когда я их сочинил. Мне святинка Тарси Данаю етис, да по теперь моги не лаймис юра, коль русскенги вандан с покрантей бремста саптинем строфом. Теперь есть турбут по ливу мячис, то ли мост колесом жена и уж мего, некад не сувалки асфальту лайго и рнусихаюс. Нас не бетикейсим, кад есть паргрижо, когда так и склонюсь уж мершо крашта, кур кальдину снега сешрайжо, понто, кликенти смели, кур не ра пражос да барке сергейро, и в его ногти не сварой веду в ней, и куда ставит мог синевилна плакас плядис. Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Томас Венцлова – крупнейший литовский поэт, прозаик, переводчик, один из близких друзей Иосифа Бродского, Натальи Горбаневской и Чеслава Милоша. Сын народного писателя Литвы, государственного деятеля, коммуниста Антанаса Венцлова. В юности Томас принадлежал к кругам золотой молодежи трех столиц, но очень быстро стал диссидентом и правозащитником, одним из основателей литовской хельсинской группы. Уехал в Америку преподавать по приглашению университета Беркли, а в 1977 году был лишен советского гражданства. Сфера научных интересов – славистика и полонистика. Награжден многочисленными международными премиями, академическими и литературными. Имеет литовские и польские правительственные награды. Почетный гражданин города Вильнюса, куда несколько лет назад вернулся жить, выйдя на пенсию. Автор около 30 книг, самые популярные, вышедшие в том числе и в русских переводах, «Вильнюс. Город в Европе» и «Пограничье». В прошлом литературном сезоне в Москве прошли два вечера, посвященные новым переводам и публикациям Томаса Венцловы, организованные Анной Герасимовой, известной также как рок-певица Умка. Я же записывала выступление Томаса Венцловы на фестивале «Слово ново» в Черногории. Стихи о Москве, Вильнюсе, Берлине. Стихи о последней крымской кампании. Стихи о любви и смерти читает и комментирует Томас Венцлова. Участвует поэт и переводчик Владимир Гандельсман. Я прочту стихи, начну с очень старых. Это перевод Владимира Гандельсмана, очень серьезного поэта, живущего в Нью-Йорке, советского еще времени, о том, как я однажды застрял в городе Москва, с которым у меня многое в жизни связано. Как говорила Куджава, он грузин московского разлива, а я литовец московского разлива. О том, как я застрял в Москве, Москва изображена как лабиринт, но она так и построена. Кругообразный лабиринт, а лабиринт, как известно, с метафора Аида. Холод сумерек встретил меня, выйдя в город сквозь черные арки, я увидел вокзалы огня, и за ними ноябрьские парки. Это местность с кирпичной стеной, луч ставатный, куда-то ведущий, сбивающий с толку виной мир в его лабиринтовой кущи. Ариадный и Миносором для жилья, пусть на время пригодный, обезвученный аэродром, погруженный в туман беспогодный, но как прежде полны поезда, столько воздуха горя и шили, так отбывший свой срок иногда по конвою скучает в квартире. Я увидел родные края, те, что мне задолжало пространство. Остров, памятник, улица, я повторял, узнавая убранство этих мест. Я уеду чуть свет, говорил, и душа на границе, пребывая с живыми, на нет поспешала сойти и сродниться с тьмой.
приблизились вновь от леса, лабиринт ариадный Минос. Исчезающие голоса я ловил, но не в силах найти нас был, ни в запертом доме с ковром и картинами мне не родными, ни в небесных хоромах, ни в дыме дня, ни в дантовом круге втором. Так смеляют хоть стрелок, точнее, с бытием расстаются не сразу. Только я бы сказал, все длиннее расстоянье невидное глазу до вчерашнего. Памяти круг щилясь вытянет радиус, только притворившись, что сделала крюк, станет прошлое тем, что умолкло. Что увидишь сквозь темный покров, в этой яви с собой разлученной, не разрушил поток берегов окантовки кацита мощеной, что не смерть, то отдельная весть. Ты умрешь, но не стихнет звучанье тех, кто жив. Все, что есть, все, что есть, девять муз и молчание. Там, где город кружится и снег все бредет, в переулок фонарный, где укутан в туман человек, есть запас, слава Богу, словарный. Там, где друг не сумеет помочь в этой самой печальной невстрече, пустотой окрыляется ночь, и вседышащим ангелом речи. Ни прощенья, ни смерти прошу, ни забвенья, ни правды предметной. Первозданный оставь только шум над землей ледяной беспросветной. Я прочту стихи о Вильнюсе, написанные перед самой эмиграцией. Ну, я еще даже не начинал свои эмигрантские дела, но уже заранее прощался с городом, хотя и не знал, прощусь ли я с ним или случится что-то другое. Прощание с Вильнюсом. Думал, что никогда больше этот город не увижу. К счастью, так не получилось. Но тогда предсказать это было невозможно. И Вильнюс перенесен в стихах на берег моря. Но это старый античный такой топос у Горация и других. Как корабль, который бросают океанские волны и ветры. Тут имена этих ветров латинские. «Не смогу, не утрачу, покашу, как фитиль, к переулкам придачу эту башню шпиль, это море и сушу, и в песчинках смолу, если дышит, и душу держать не смогу». Шаг непрочным настилом, шаги осыпь темны, за погашенным киром завывенье волны, как во время ковчега над глубинами вод, ни души, ни ночлега, аквилон или нот. И над хлябью и твердью веткой соли огни кристаллической смертью проплывают одни фонари да машины, да в потьмах, где века сонных сосен вершины шевельнутся с века. Орлен не сияет, но неведомый луч пенный путь осеняет, пробиваясь из туч. Ветвь сырая упруга над оградой, как нерв, а над нею по кругу аквилон или эвр. Я сомкну свои веки, чтоб в изнанке твой свет сохранился навеки. Ты со мной или нет, станем тленом и тенью, но покуда не тлен этих парков терпенье, тяготение стен. Ни твердыням гранитным здесь не быть, не цвести лавру. В поле магнитном пролегают пути вдоль обочины ямы с проливною над ней пустотой, за холмами, где свиреет Борей. Отраженным эфиром вспыхнет луг в стороне, упокоишься с миром, поцаришься ль во мне.
смерть привычней и чаще, запевая вину, воздух твой уходящий напоследок глотну. Что там? Горный отвесли, дождь стеною пошел, да хранит тебя, если не Господь, так Эол. Я прочту теперь стихи короткие, прямолинейные. Они, собственно говоря, написаны на случай поколения Крыма в 2014 году. Ну, правда, действие там как бы происходит во времена античности, но это прием Кавафиса и Чеслава Милоша и вообще многих. Нам после всех невзгод и всех разлук казалось, передышка будет вечной. Друзья в садах стихи читали вслух, пируя и беседуя беспечно. Дух мудрости над школами витал, вплывала флейта в белые колонны, и ярмарками город хлопотал, и пряности возили галеоны. Мы радовались спелости плода и многоцветью маслистых мозаик, но мрачные пророки, как всегда осмеянные, правы оказались. Металла грохот с полохи огней, чернеет небо, явится море. Задуй свечу и дверь закрой, за ней опять чума, Калигула и горе. Об этом стихотворении и об аннексии Крыма мы разговаривали с Томасом Ветловой осенью 2014 года в Вене на одном литературном фестивале. Вот небольшой отрывок из тогдашней беседы о правомерности мема «Крым наш». «Бахчисараевский фонтан», «Севастопольские рассказы», «Дама с собачкой», стихи Мандельштама. Ну, все это связано с Крымом. Но, ну, скажем, у Литвы есть пласт культуры, в высшей степени связанный с Калининградской областью. Первая литовская книга была напечатана в Калининграде, в Кёнигсберге тогдашнем. Первая литовская газета выходила в Тильзите, в теперешнем Советске. Первый сборник фольклора, первый перевод Библии, первый крупный поэт Донелайтис жил там. Но это примерно то же самое, что для России Крым. Но если бы Литва ввела туда вежливых зеленых человечков, то нетрудно догадаться, как бы реагировала Россия. Так что нечего удивляться, что Запад плохо реагирует на введение таких же человечков в Крым. Другое по поводу связи Крыма с русской культурой. Надо помнить, что там автохтонная культура – это все-таки татарская, что очень хорошо понимал Пушкин, а до татарской была еще греческая, что очень хорошо понимал Мандельштам. Так что все это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Томас Венцлова реагирует на современные вызовы и как мыслитель, и как поэт. Вот стихи о памяти и истории. Теперь будет стих, называется «Предыстория». Название украдено у Ахматовой, она пишет о Петербурге. Я пишу о Клайпеде, где я родился. Клайпеда тогда была, ну, практически немецким городом, литовцев там было мало. В литовской школе преподавал мой отец, он здесь описан, как он отвел жену в родильный дом и возвращается в свою квартиру. Ну, что еще надо объяснить? Малинеско – это советский подводник, который потопил немецкий корабль, полный, кстати, гражданских лиц. Это была катастрофа больше, чем «Титаник». Ну, там еще упоминается, например, гроб Шторагас. Это просто такой топоним Балтийского побережья и несколько других таких же топонимов. «Узнавай неприютный край, где ты рос когда-то, в центре века иного, в стране, куда нет возврата. Дюн бесплодных гряда, кирпичные стены склада, вряд ли вспомнят тех, кто тут раньше жил, и не надо. Здесь одно лишь такси тарахтело, да три пролетки оранжат на дорожке парка капал. Немецкие тетки с полчетвертого возле беседки в старинном вкусе собирались, склонясь над коляской, роняли. Зюсес кинд,
топтали песок, скучали по имперским гербу и короне, рукоплесканьем встречали тень в старом городе на балконе, что потом их прически, шляпы, букеты в объятия плеска пресной жижи залива победно вверг Малинеско. Вот пейзаж, но не весь. Важней небесные своды, резко в лицо им глядящие беспокойные воды, а истинные гнезда, трубы, низко и криво нависающие над каналом плакучие ивы, камбалой несет на рейде, вертится, как живая яхта. Вижу, идет педагог, ключи в кармане сжимая, из креста, из красного, домой шагает уставший, без восторга оценивает временное пристанище, ставни стучат на ветру, полощет бельем мансарда, штукатурка крошится на люльку, ломятся полки от Маркса, а за рекою Дания кварталы ребят фахверхом, монотонны, как эхо, его здесь хватает сверхом. Отвечает буфет подковом, ложками, фаянсом, над причалом глаз отмечает приземистый англиканский собор, чья крыша крышке крынки подобна, дальше почти ничего, граница, порог Европы, сей мерцающий мелкий залив, пески до болотца, где равно костьми полегли венеды, прусы, ливонцы, прошлого каталог, дранги, накостен, вестен, тонущий флот, толща вод, неумолимым прессом над сундуками и плита, с течением спорит нелепость, отзвуки плеска хмуро стучат в замщелую крепость. Так отражение стынет в воде холодной под неподвижной лодкой, четче и ярче, чем лодка. Так еле внятный голос звуку неясному вторя скажет во сне едва ли не больше, чем в разговоре днем наяву. Пропавший мир невидимка, эхо заведует им никогда не спящая нимфа. Над исчезнувшим городом от самого Скагеррака до косы, где в туман погружается гроб Шторагас, до Ботнического залива в судной трубой гремит нам, катится к нам и дальше неумолимым ритмом. Он разбудит во тьме, домой приведет из плена, чтобы лишь благодарностью отвечал неизменно, даже когда тебя, цензор время, привычным жестом вычеркнет к черту из текста, освобождая место. Ну, тут еще комментарии, может быть, не сразу понятно. Немки встречают рукоплесканиями тень на балконе. Это Гитлер, который в 1939 году приплыл в Клайпеду и выступил на балконе театра под большой восторг публики. Чтение Томаса Венсловы на фестивале «Слово ново». Эту часть подкаста мы продолжим переводом Владимира Гандельсмана. Стихи Венсловы, посвященные Иосифу Бродскому, запись сделана по нашей просьбе, читает Владимир Гандельсман. Много лет спустя в Карфагене Иосифу Бродскому вещь и время звучат в разнобой. Полоса равноденствия, вещь сквозь туман не в себе. Проливном голоса гаснут, словно бы речь перехвачена ливнем на горле. Точь в точь сталь блестит пустота в том ненастном просвете, где белая ночь с черным днем разнята. Чувства медлят в саду, где весенний замес марта их тяготит, где за грубой дощатой вселенной Гермес искалечен стоит. По чужой стихотворной строке, где, искрясь на исходе зимы, стынут воды, озябшие утки на нас наплывают из тьмы.
Полоса равноденствия, мглист небосвод. Мы и выжили там, где палаты и нары для смертных темнот отводились друзьям. Ветер к влажной рубашке клочками прильнет, грамматический ссор и обломки из свода небесного лед, эхом грянувший хор совершенного времени, ибо прошло без возврата. Таков город неповторимый, трамваев тепло, лязг цепей, строй мостов, лампы карцеров вечно горящие, да, да дворами пробег облаков, где ты столько рождался, куда не вернуться вовек. И куда не дотянет стрела острова, где учились сквозь страх говорить никогда. Речь заводит трава, рассыпается в прах, гравий, все, как Катон обещал, черствый воздух, покой и руины, чтобы выжил и не обнищал в них грызун хоть какой. Я не верил, что кончится все, что дано, но теперь узаконь. То, что было удачей и мукой, равно расплавляет огонь. Мозг уловит, отметит зрачок свет иных обитаний и тишь, когда в сумерках ты от болот торфяных небо не отличишь. И не более жестким плющом заросло то окно, где, горя, в стуже марта колотятся ветки в стекло, дотлевает заря, чтобы вздох, послужив послесловием к щите, был дарован не нам, белизне негатива, стиха темноте, победившим богам. Вы слушаете подкаст «Фанайлова, Вавилон, Москва». Мы вернемся после объявлений. Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях. Томас Венслова, поэт, прозаик, переводчик, диссидент, правозащитник, почетный гражданин Вильнюса, кавалер польских и литовских правительственных наград. Чтение на фестивале «Слово ново», Черногория. Теперь будут стихи, наверное, самые длинные за этот вечер. Называются они, по-латыни скажем, «In memoriam Henkus Rapenskus». Перевод Павла Шкалина, живущего в Америке, поэта и барда. Ну, теперь, что такое Henkus Rapenskus? Это человек, которого никогда не было и не могло быть. В городе Каунасе в витрине похоронного бюро висела табличка. Henkus Rapenskus родился в 2103 году, умер в 1856. Но это образец продукции. Но важно было, чтобы не совпало с ни с какой реальной фамилией и ни с какими реальными годами. Ну, Henkus это еще может быть, сокращение от имени Henrikas. Но Rapenskus такой фамилии ни в литовском, ни в любом другом языке, по-видимому, нет. И вот один мой друг мне сказал, что это чудная тема для стихов. Человек, которого никогда не было. Ну, одновременно тут есть и другое дно. У меня был близкий друг, который делал большую карьеру во время освобождения Литвы, и тут его разоблачили как имевшего отношение к КГБ. И он как-то исчез из жизни вообще, из моей в частности. Хотя я и сейчас от него не отказываюсь, считая его другом, мы виделись с тех пор только однажды. Не стоит здороваться с тем, кого не было, он лишь в силах вынести вес пустоты,
Нет ничего бестелеснее его одиночества. Пара моторов надрывных и сиплых ревут перед зданием суда у подножья каменных лестниц напротив кладбища, где лютики полные желтого яда, где камень с металлом бессмысленных дат избегают. Мы встретились снова на узком проспекте под липами. Лепта твоя, все, что есть ты, все, чем ты будешь, лишь недорогая табличка в витрине, знак пустоты, состоящий из ряда согласных и гласных, связанных вместе почти нелегально, даже не тень, что в себе отражает бесстрастное лето, даже не контур, мерцающий в горле колодца, где тонут звезды большого ковша, сливаясь в одну. Город даже и позабыть не пытался того, кто и не жил, отторгнут вселенной, ты как-то протянешь сегодня и завтра и дальше. Чуждый случайному взгляду прохожего, больше, чем Гамлет, Ной, Одиссей, Винни-Пух, Покахонтас, Алеко. Ты едва примостившись в пространстве, где, петляя рассудок, наблюдает извивы асфальта, пробел, разряжение молекул, совпадая со всем, что не есть, ты присутствуешь всюду, в довоенной ли блеклой сухой штукатурке, в тумане ли блеклом, что бесследно растаял, исчез, не сумев сконденсировать капли. Дальше надежды отчаяния с моей стороны от потока, глухой к твоему языку, как и ты глух к земной моей речи, невесть какой бог, я пытаюсь вздохнуть в эти буквы, что только в черне долотом обозначил безвестный ремесленник-грешчик, представить страну, где правит отсутствие, увидеть аллеи той, что досталось тебе, безликой местности, гамму ее панорам ни перо не берет, ни гуашь, ни сангина. Там все судьбы подобны, там карма рождает такую же карму, там гранит размягчается в глину, там алмаз еще мягче, чем глина. Но, быть может, такие же меры. Грамм равняется грамму, метр есть метр, и от градусов верно там тоже хмелеют. Если есть там народы, на пятую немец, поляк ли, когда-то в мутный лед жестяной заморожен, залит, захоронен, здесь покоится Хэнкус, никогда не встречавшийся с Дантом, он сродни существом ничему, лишь фонетикой только хорону. Журналист, кто не помню, стукач, продавец детских кукол, сколько пахнущих спермой простынок, женских платьев измятых, сколько рюмок в шалмане, дверей никогда не открывшим, получений по морде пинков, беспорядочной юности, мата, голодных дождливых июлей, декабрей под холодною крышей помещаются в жесть. Все, что есть, лишь слова, лишь гримасы грамматик, и латают стрижи вновь протекший накал у нас купол. История городов для Томаса Венцловы всегда увлекательная тема. Теперь прочту стихи, которые называются «Между Ландвар-каналом и Шпрее». Это прогулка по Берлину, где уже не осталось Берлинской стены. У меня три стихотворения о Берлинской стене. Первое – это как я еще в советские времена, будучи уже эмигрантом, из Западного Берлина проехал на метро под Восточным Берлином. Второе стихотворение о моей хорошей знакомой, я бы сказал, приятельнице, которая была одной из последних, кто прошел
Берлинскую стену со всей проверкой документов и всем, что положено. И оказалась в Западном Берлине, когда рухнула Берлинская стена. И оказавшись на Западе, она вдруг увидела. Едут машины, бегут люди, танцуют, веселятся, плачут. Ну, она подумала, это Запад, наверное, так у них всегда так. И так до утра так и не поняла, что она участвовала в историческом событии. А третье вот это, просто когда стены уже нет. Оно посвящено Мурату Хачу. Мурат Хачу такой кабардинец, художник, который продавал на улицах Берлина картины. Мы у него несколько картин купили. Сейчас он уже сделал нечто вроде карьеры. Ну и есть цитата из Ходосевича. И, кстати, есть скрытая цитата из Тютчева. «Здесь много лет назад я обретался, пил мед изгнания и тем питался, а то и желчью в шахматы пытался играть судьбой, а то и в дурака. Здесь на холме примерил роль Назона под неусыпным оком гарнизона, пустыми окнами зияла зона запретная, смотрел издалека». Где выловили розу в том канале, уже не отразится вид развалин, вокзалы живы, улицы воспряли, а что не изменилось, только ты, сверкает пламенем конец аллеи, там солнце, как белок яйца, белеет, и флаги западных колоссов греют, по лизах плацу машут с высоты. Между новым паркингом и мини-баром, где постмодерн, простаивая даром, над банками стерильней, чем Сахара, есть атриум, колодец из стекла. Глаза следят, как рельсы ползают в зазор, где между солнцем и грозою небесный свод пронзила Зиге Зойля, с которою не вяжется стена. Стена упала, город с этим свыкся, уже и не понять, где воды Стикса чернели. Потребительство и секса урочищем загадки не нужны, загаданные вежливым туристом, где трон политбюро собой гордился, купите творчество авангардиста, сбежавшего из гинувшей страны. А я не современнее Фронтона в повозке, Геркулеса и Грифона, потопов современно занесенных, забрызганных водой, огнем вернее, пока апрельский ветер не развеял тяжелые чумазые тропеи, акрополи громя и созидая, садит паллада, я пребуду с ней. Ее владенье гребенным махом имперский дух пустым сметает смехом, где человек не властелин эпохам, победный пыл недолго утерять, и родина, и имя — все утрата. Ты одинок и нищ, но саламандра умеешь ты по слову эмигранта во времени, как в пламени мыля. Боюсь, это единственное благо в стране, где слово «оне» вместо «влага». Держись, пока не кончилась дорога. Прожить в огне обязан ты суметь. В помойных ямах тьма идей прекрасных. А ты хоть не велик, но видишь ясно, что рабство много хуже, чем опасность. И ложь куда опаснее, чем смерть. Вверху парит над кронами платанов. Добра ли, зла ли ангел, только рано встречаться с ним. По правилам бантона, благодари судьбу, закон такой. Созвездия зажигаются над сценой, а я свернул и удаляюсь в стену, свое лицо с наряженной витриной, стерев своей непрокнувшей рукой. Томас Венслова. «Города, время, люди». Стихи, посвященные женщине, важной в моей жизни, которая полгода тому назад умерла. И вот, собственно, стихи, написанные, когда она еще была жива.
название взято у Джона Донна. «Прощание, запрещающее грусть». Но у меня там одно слово изменено. «Комната поутру пылью полнилась и жасмином. От мутной воды канала, отделенная арками рама, тополя длинный ром подворотню прохожих спины себя помещала, подобно киноэкрану. Или твою накидку, забытая ныне мода оттепели, припозднишься, дождаться тебя нет мочи. Как могли расставались, едва не 4 года, честно сказать, с первой же нашей встречи. Непрестанным паруса ждущим, скорей сродни астроному, высокогорной ночью, прильнувшего к окуляру, я наблюдал желтоватую, закопченную стену дома и через сотни лет очертания тонкой фигуры. Те дворы снесены, остался канал до улиц телескопы, проездом на вокзал по пути с вокзала вижу здесь даже умерших, а вот тебя не осталось, нет особой надежды, чтоб тень твоя просквозила, нет и желания. Разве, забывши биться, кровью взбухнет аорта, и тут же спадет напряжение, медленные планеты расходятся по орбитам, только прилив обозначит мгновенное притяжение. Риттер сказал бы, спасают анжомманы, стихотворенья закон, пустоту в цезуре наливном, отколет строку от строк, от строфы строфу, но синтаксис бедный стремится срастить, что разбито рифмы. Теперь о связи с Бродским и русской поэзией. Только что вышла книга в Литве в моих переводах из Бродского, там 16 стихотворений, это билингва. 2 строчки, наверное, могу. «Добар, Ленинграда, ты мажа грайку, кад нутарем сугляуте грайку церкви». Ну и так далее. Причем это в рифму, с тем же метром, но если верлиб, то это верлибром. Толст, вы сказали, что Патрушатис был неинтересным поэтом. А что такое для вас интересная поэзия? Но я могу задать интересных поэтов перечислением. Ну вот Мандельштам интересный поэт, Пастернак интересный поэт. Белый плохой поэт, по-моему, хороший прозаик. Вы знаете, что у Набокова в «Даре» есть этот разговор Годунова-Чердынцева с Кончеевым. Кончеев, как известно, это Ходосевич. Годунов-Чердынцев говорит: «Я влюбился во всех 5 Б русского символизма. Б – это Бальмонт, Блок, Белый, Балтрушайтис и Брюсов, конечно». Кстати, Брюсов написал пародию очень злую на Балтрушайтис, хотя они были друзьями. Так вот, влюбился все 5 чувств русской поэзии. На что Кончеев говорит: «Интересно, кому из них вы присваиваете вкус?» Вот вкуса у них почти ни у кого не было, мне кажется. Но я воспитался на акмеистах, и с тех пор, если человек как-то не связан, нельзя проследить какую-то нить от Мандельштама к нему, или если хотите от Ходосевича к нему, Ходосевич не акмеист, то этот поэт мне, как правило, мало интересен. Что же, еще одно стихотворение Томаса Венцлова, посвященное Иосифу Бродскому, в переводе Владимира Кандельсмана. «Зима, ее септимы, квинты, кто голос сейчас запишет, который ты слышал секунду назад, а? Он мысль превосходит, мембрана не дышит, на связь не выйти, вернувшись, письмо обретет адресата. Еще ясновидящим светом трепещет камин и мост, его жалкая вечность себя продлевает, но небытию, словно раковине запомин, души одиночество форму уже отливает. На страшном суде, пробудившись от времени, ты прибудешь таким,
В мире большем, чем наш, тебе гидом щепотка ли славы послужит, глоток немоты или гаснущий пульс, но подвластный одним аонидом. Сквозь груды щебенки весной пробивается смерть, насилие, разум презревшее, пенится в устном и письменном пафосе, сердце, устав тяжелеть, срастается с дольним, и это зовется искусством. В литейские воды два раза вступают в тот край, где ночь, где рука отдыхает, значение сбыться словам повелев. Океан, мотылек, свет, прощай, чтоб нить оставалась и было за что ухватиться. Владимир Гандельсман, перевод из Томаса Венцлова. Вот продолжение вечера Венцловой на фестивале «Слово ново». Я пишу только по-литовски стихи, а что-нибудь другое могу написать и на других языках. У меня, собственно говоря, три родных языка. Это литовский, русский, польский. На русском я говорю, как вы видите, не так уж плохо. На польском, ну, мать у меня из поляков, но в детстве она разговаривала с бабушкой по-польски, чтобы я не понял. Что вызывало у меня самый живой интерес, я стал этот польский язык как-то понимать. А потом по-настоящему научился лет 17, когда польская пресса стала безумно интересной для человека, живущего в Советском Союзе. Но это не меня одного касается, это касается Бродского и Горбаневского и многих других. Все тогда учили польский. Кто лучше выучил, кто хуже, Горбаневский великолепно, Бродский хуже. Английский я терпеть не могу. Я на нем говорю, пишу, я на нем могу читать лекции, но это для меня каторга. Но по-английски писать стихи мне никогда не приходило в голову. По-русски иногда приходило, в ранней юности, когда я был влюблен в такую девицу вильнюсскую, звали ее Люда. Девица была, кажется, довольно таких свободных взглядов, но я этого не совсем понимал. Я думал, вот я ей напишу стихи, и, может быть, что-то произойдет, что мне было в те годы очень важно. Ну, написал ей стихи, но ничего не произошло. Но я могу прочесть вам, по крайней мере, одно стихотворение по-русски, но оно написано не мною. Оно написано Блоком и Пастернаком, и, может быть, вас немножко развеселит. «Грешить бесстыдно, беспробудно, потом достать чернил и плакать, и головой от хмеля трудной упасть в грохочущую слякоть, три раза преклониться долу, достать пролетку за 6 гривен вдоль по заплеванному полу, перенестись туда, где ливень, где как обугленные груши горят лампады пред иконой, печаль на дно очей обрушить, потом переслить купоны, и на перины пуховые свалиться от вина чернее. Да, и такой моя Россия, ты всех случайный и вернее». Можно вас? На этой ноте Томаса Венцлова мы закончим рассказ о его выступлении на фестивале «Слово ново». Архив наш. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока. Студия подкастов «Радио Свобода».